Если у вас есть какая-то нужда или болезнь, то оставайтесь с нами до конца. Бог обязательно прикоснется к вам. Давайте откроем Библию на послание к римлянам. 10 глава, 17 стих. Тут сказано так. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. А если вы посмотрите на 14 стих, то там сказано. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слушать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Здесь мы видим, насколько важен проповедующий. Тут сказано, как им поверить в того, о ком они и не слышали? А как услышать без проповедника? Вы, наверное, слышали известные высказывания святого Франциска. Он сказал, проповедуйте Евангелие. А если нужно, используйте и слова. Но это нереально. Потому что Библия говорит, как ему слышать без проповедника. Проповедник — это тот, кто говорит Слово Божие. Библия называет это проповедью «слово веры». Итак, если это слова веры, то они должны быть произнесены. Их нужно провозглашать. Их нужно возвещать. И поэтому идея о том, чтобы проповедовать Евангелие без слов, далека от истины. Цитаты известных людей — это хорошо, но я предпочитаю придерживаться Библии. Некоторые цитаты совсем не соответствуют Библии. Итак, в Библии сказано, как они могут услышать без проповедника. Вот почему так важны проповедники, проповедующие слово веры. Далее сказано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Благая весть. Мир подавлен. Его переполняет страх. Паника и хаос. А моя работа... состоит в том, чтобы проповедовать благую весть. Аминь. Благую весть царства. Итак, если вы хотите иметь веру, то знайте, что она приходит от слышания о вере. Если вы не слышите, то вера не войдет в ваш дух. Вам нужно слово. Его нужно читать, слушать. Оно должно проникнуть в вас. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Павел писал, что это тайна, и что спасение приходит через глупость проповеди. Представляете? Вы слушаете что-то, а потом в вас входит вера, и вы можете получить вечное спасение, лишь потому что вы что-то услышали.
А потом поверили в это. Итак, как же мы можем получить веру, слушая Слово? А вот почему так важно ходить в церковь. Иногда люди думают, что это совсем не важно. Вам нужно питаться Словом Божьим, так же, как вам нужно питать и свое тело. Смотрим дальше послание к Римлянам, 10 глава, 8 стих. Если можете, то напишите этот стих в комментариях к этому видео на Фейсбуке. Просто напишите его в комментариях на Фейсбуке, а также на Ютубе. Римлянам, 10 глава, 8 стих. Но что говорит Писание? Аминь. Близко к тебе слово, а в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Павел называет Слово Божие словом веры. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. А теперь посмотрите на 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности. А устами исповедуют ко спасению. Итак, все, что входит в ваши уши, все это же проникает в ваше сердце. А то, во что вы верите в сердце, выходит из ваших уст. А все, что выходит из ваших уст, становится реальностью. Это и есть цикл веры. Вы слышите, это входит в ваше сердце. Когда сердце наполнено, Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. А затем мои уста говорят то, чем наполнено мое сердце. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. От избытка сердца говорят уста. Итак, ваши уста отражают то, что происходит в вашем сердце. А ваше сердце отражает то, что вошло в ваши уши. Это первый способ, как вы получаете веру. Если вы христианин, то у вас уже есть вера. И сейчас я вам это докажу. Слушайте внимательно. А если вы еще и можете написать что-то в комментариях, то я буду вам очень благодарен. Римлянам, 12 глава, 3 стих. Слава Богу! Посмотрим этот стих. Слава Богу! Брат из Калифорнии передает привет. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Спасибо всем, кто пишет места Писания в комментариях. Это крайне важно.
В послании к римлянам 12 главе сказано, что Бог дал каждому из нас, ну, вообще, тут речь идет о верующих, а не о мире. Итак, Бог дал каждому верующему, Бог дал каждому из нас меру веры. Вера уже есть в вашем сердце. Она уже внутри вас. Она должна расти. Но она уже внутри нас. Если вы верите в Иисуса, то напишите «да» в комментариях. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто пишет в комментариях места Писания. Это мне очень помогает. Если вы верите в Иисуса, напишите в комментариях в YouTube и Фейсбуке слово «да». Сейчас мы увидим оживление в комментариях. Если вы верите в Иисуса, напишите «да». Спасибо, Иисус. Я только что получил свидетельство человека, который 60 дней провел в реанимации и был исцелен. Спасибо вам всем за молитвы. Мой друг, который провел в больнице, шестьдесят дней исцелился от вируса. Я даже помню эту молитвенную просьбу. Это замечательно. Итак, вера — это очень важно. Хочу показать вам, что есть разные уровни веры. Помните сотника, который пришел к Иисусу, и у которого был болен слуга? Что произошло? Иисус сказал, «Я пойду и исцелю его». А он ответил, «Иисус, не нужно приходить. Я не достоин того, чтобы ты вошел в мой дом. Ну, скажи только слово. Скажи только слово, и мой слуга будет исцелен. Я человек подвластный. Я знаю, как все это работает». Но это я перефразировал немного. Ты говоришь, все подчиняется твоей власти, и происходит чудо. На это Иисус ответил, «Я не видел такой великой веры даже в Израиле». Он сказал, «такой великой веры». Он не сказал, что в Израиле не было веры. Он сказал, что еще никогда не видел такой великой веры. Это говорит мне о том, что у веры, безусловно, есть уровни. А что было, когда Иисус упрекнул учеников после шторма? Он сказал, «Эх, вы маловеры». Он не сказал, что у них не было веры. Он сказал, что их вера маленькая. То есть ваша вера может быть великой, а может быть и маленькой. Это означает, что у веры есть уровни. А если вы написали в комментариях, что вы верите в Иисуса, то я хочу сказать вам, что у вас уже есть вера. Это прекрасное начало, потому что в вашем сердце уже есть семя веры. Это семя нужно поливать, как вы поливаете растение. Его нужно поливать регулярно, чтобы растение цвело. Также вам нужно поливать свою веру. А для этого вам нужно слушать проповедников, которые будут стимулировать вас эту веру. А вот почему я отказываюсь слушать проповедников, которые принижают веру или говорят, что Бог уже не двигается, или же пытаются наполнить
Мою жизнь — неверие. А мне это не нужно. Мне нужна вера. А вера приходит только от слышания. И если вы говорите, что страдаете телесно, то слушайте проповеди, которые будут стимулировать вашу веру в исцелении. А если вы говорите, что у вас финансовые проблемы, то слушайте проповеди, которые увеличат вашу веру в божественное обеспечение. Кстати, я получил еще одно свидетельство. Хвала за это Господу. Аллилуйя. Мужчина из Бразилии пишет, что он исцелился от боли в желудке во время одного из прямых эфиров. Это было на прошлой неделе. Это меня очень радует. Мы уже давно проводим прямые эфиры, и начинают приходить свидетельства. Люди исцеляются. Вы будете иметь то, о чем вы проповедуете. Если бы я проповедовал о болезнях и страданиях, о проблемах и трудностях, то именно это вы бы и имели. Если бы я проповедовал, что все будет только хуже и хуже, то именно это вы бы и получили. Но если я проповедую об освобождении, то обязательно увижу освобождение в жизни людей. Если я буду проповедовать то, что говорит Библия, то у меня будут библейские результаты. Поймите, пожалуйста, что мы живем в последнее время. Это действительно так. И ситуация в мире становится все темнее. Но это не означает, что и церковь должна стать темной. Я не верю, что Иисус придет за невестой, которая побита, и вся в синяках, и в ссадинах. Библия говорит, что Он придет за славной церковью без пятна и порока. Я скажу на это аминь. Именно поэтому я проповедую о вере. Из этого мы получаем свидетельство о разнообразных исцелениях. От вируса, от проблем с желудком. Люди благословлены. Они получают слово знания. И все это результат проповеди слова веры. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, Бог дал нам меру веры. Вы уже имеете веру внутри. Вам лишь нужно поливать ее. Вам нужно иметь рвение по отношению к своей вере. Не позволяйте миру и тому, что в нем происходит, угнетать вашу веру. Проблема в том, что многие верующие могут по 5 часов подряд смотреть новости на мирских каналах. Кстати, я рекомендую вам слушать разные источники. Потому что в наше время сложно понять, кому вообще можно верить. Если вы что-то слышите, то не принимайте информацию только из одного источника. Старайтесь копать поглубже, чтобы получить более ясную или правдивую картину.
Итак, многие верующие по 5 часов слушают новости, но при этом совсем не слушают проповеди о вере. Они не проводят время в слове. Они не открывают Библию и не говорят. Давайте почитаем и поразмышляем. Давайте позволим Слову говорить к нам. Библия — это Бог, который говорит к человеку. Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. И, конечно же, Бог может говорить к нашему духу. Но когда мы читаем Библию, а еще и приглашаем Духа Святого читать ее вместе с нами, то это Бог говорит с нами. Очень часто Бог использует Писание, чтобы обратиться к нам. Итак, верующие тратят 5 часов на новости, но никогда не проводят время в слове и при этом говорят: «Моя вера так слаба». Мне так сейчас сложно. Интересно, почему? Я не понимаю, почему так происходит. Правда, не понимаете, да? Посмотрите, сколько времени вы тратите на то, чтобы слушать страх, а сколько времени вы тратите на веру. И тогда вы поймете. Почему так с вами происходит? Это правда. Наполняйте свою жизнь словом веры. Вера заставит вас думать иначе и видеть иначе. Хорошо, что вы уже имеете внутри этот потенциал. Эта вера уже живет внутри вас. Это вера Божия. Я хотел бы о многом поговорить сегодня, но оставлю кое-что и на завтра. Надеюсь, вы что-то получаете сегодня для себя. Я в этом уверен. Если вы ничего не получаете, тогда это весьма прискорбно. Что же, давайте в завершение откроем Евангелие от Марка, 11 главу. Аллилуйя! Наберите кто-то этот отрывок в комментариях. Евангелие от Марка, 11 глава, с 20 по 24 стих. Сегодня мы говорим о том, как жить жизнью веры. Я хочу учить вас тому, как расти в вере. Вы не должны быть младенцем всю вашу жизнь. Есть время, чтобы быть младенцем. И есть время, чтобы расти. Желаю услышать на это аминь. Итак, Евангелие от Марка, 11 глава. Завтра мы продолжим в 15:00. Аминь. Мы планируем выходить в эфир всю неделю. В четверг мы продолжим в 19:00. А в пятницу мы будем вещать в 15:00. Не пропустите наши эфиры. Итак, Марка, 11 глава. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: „Рави,
посмотри. Смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, 23 стих, «Имейте веру Божию». В оригинале сказано так, «Имейте Божий вид веры». А какая вера у Бога? В самом начале Бог творил все своим словом. Он говорил, и все появлялось. Давайте прочитаем стихи 23 и 24. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите это, и это будет вам. We'll be right back.